О героизме советских солдат в годы войны вспоминали сегодня в Калининграде. Там представили трехмерную панораму, авторы которой детально воссоздали события апреля 45-го. Тогда наши войска взяли штурмом Кёнигсберг, превращенный фашистами в хорошо укрепленную цитадель. На торжественной церемонии временно исполняющий обязанности губернатора области Антон Алиханов отметил, что нельзя забывать, как была завоевана эта победа. Спасибо им большое за эту работу. Для нас очень важно напоминать молодому поколению об этом подвиге, о том, какой ценой была завоевана эта земля, этот город, и какое мужество и героизм проявили в те годы советские солдаты. И, к сожалению, наши соседние страны об этом подвиге стараются забыть и как-то вычеркнуть его из своей памяти. Вот в этой, к сожалению, такой не очень дружественной, в той нашей общей истории ситуации мы все-таки должны показывать, во всяком случае, своей молодежи, напоминать им об этом подвиге. Первыми гостями экспозиции стали непосредственные участники штурма Кёнигсберга. Они отметили, с какой точностью воспроизведены детали масштабной военной операции. Ветераны рассказали о некоторых ее эпизодах. Наши ребята хотели воздружить знамя победы над Кёнигсбергом. Нашли красную перину немецкую, сделали древко и хотели залезть на эстакадный мост. Но командир им не разрешил. Сказал, что приказа не было. Говорит, что вы полезете, там снайпера, вы же на виду, вас поснимают всех. И все. Вот это вот был такой случай.